Так, привет, народ, на сборке дежаву, как я ее называю, за кадром, ну, появилось время, я могу заснять, в общем, за кадром, что я сделал. Во-первых, уменьшил ферму. Вот, у меня тут стоял, по-моему, золотой апгрейд, золотой, да, поставил железный, то есть вот это вот площадь, которую он обрабатывает. Тот обрабатывал вот такую вот огромную всю площадь, ну, кто смотрел прошлое, то помнит. Вот, и он, в общем, большую часть простаивал, пока он все это просканирует. А маленькая ферма, она работает, ну, может, не так эффективно, но чуть-чуть быстрее. Вот, как видно, что прямо на глазах все делает, поэтому у меня... Ну, у меня уже, кто помнит, уменьшались вот эти вот. А сейчас они уже в плюс пошли, что очень хорошо. Так, также мною было сделано новое вот это вот, видите, уже 50. Я сделал новый вид вот этой зивицептоэссенции. Вот, на основе зивицептоэссенцию сделал. Это вот это вот. Зевицепто, не, вот это, зевисепто, дальше у меня зеви, короче, какая-то эссенция, так, далее, 5132, да, короче, вот эти вот осталось копить, на нее надо, я так понимаю, очень, зевицепто, ну, в общем, много надо копить. Так что на этом остановимся. Так, дальше. Убрал тут вот эти вот два штука, доделал такие вот этот вот аппарат. Подвел три импорта эссенции, поставил сундук пока что в ручном режиме, будем закидывать сюда, как я говорил. Если у кого интересно, почему я раньше не делал, я думал, что вот эта вот штука работает вот на этих вот, на эссенциях, а не на, ну вот, на этой звезде. А если так, то что, у меня какая-то энергия, она, в принципе, халявная. То есть, подал и забыл. Так, почему бы и не пользоваться, и работает она намного быстро. Так, чем сегодня заняться-то надо? Было бы, я много не собираюсь писать так в недлинную серию. Что-то одно сделаем. И на этом так мы и закончим. Так, open tech. В принципе, можно вот эту сделать. Кубок. Для этого золото, банка, камень силы. Ага. Может вот это вот сюда штуку поставить, как видите, у меня 11600, ну, в общем, видели, что я тут произношу. Так, мне надо это. Кстати, вот этот талисман круга, я понял, он записывает, когда вы нарисовали круги нужные, потом кидаете редстон и вот эту вот штуку, и она как бы запоминает эти круги, записывает в себя, и вы потом можете тыркнуть, если что там случилось, и он восстанавливает. Так, дальше. Мне надо вот эту золото. Такое, по-моему, нет, такое не надо. Мне надо блоки золота. Один блок золота. И что там банку надо было, да? Банки. Ну, банки у нас есть. Так. Usage. Я забыл, как она там делается. Надеюсь, я таким способом найду, как она делается. Нет. Это вот тут должно быть где-то. Так, если она тут будет. Так, банка, два золота и вот эта штука. Так, банка у нас идет наверх. Наверх, мои товарищи, все по местам. Так, это сюдемус, это тудемус. И золотой блок вниз, а посередине камень силы. Так, это у нас готово. Дальше идем сюда. Наверное, надо смотреть вечери. Как ни странно, вещери. Так, вот это золото, это жадность, магия и еще какая-то гула. Страх, наверное, какой-нибудь. Так, магия есть, жадность есть, этот
челюсти такие, гула нету. Так, как у нас получить эту гулу? Юзыч. Ну, не тупи. Печеньки. Печеньки. Печеньки, тохтики и вот, ну, эти довольно-таки так, печеньки. Печеньки 19, мне на 16. Ну и как бы так, подождите, печенье. А я их изучал, вот эти вот, допустим, они, ну, по идее, они не должны изучаться. Да, они не изучаются. Мана, печеньки не хотят. Так, гула есть. Так, кидаем сюда 19 штук. Вот, пошла работать, как видите. Вот сама нас тут. И где наша гула? Вот, уже 19. Хорошо все. Быстро и выгодно. Так, давай. Как он раздрыгался туда. Сейчас мы получим, надеюсь, рецепт средняя. Ну, средняя фигня. Алхимический наконечник. И потом нам надо будет чаша. Суп из редстоуна. Но, гула. А, я же без брони там крафтовской, поэтому я не вижу. Суп из редстоуна на следующий, да? Ну, давай, давай, штука, работай. Так, это взяла, и еще один золот, вот он, золотая чаша. Золотая чаша, золотая. Так, золотую чашу мы имеем. Ой. Так, где ты? 12. Не понял, было же вроде мне 16. А если так поставить, так она... О, увеличилась рейтинг. Ладно, пускай пока что стоит. Нам надо Redstone суп, да? В котелке. Котел. В котел. Котел, я как им пользоваться не знаю. Я так полагаю, туда надо налить воду. Одну или две. Это мы уже... Допустим. Так. Redstone суп. Суп из редстоуна. Я что-то такое помню. Кто-то с ним там возился. Как его создавать-то я не очень помню. Так. А, я ж не получил награду. Кстати, изменил шрифт. Кто не заметил, вот видите, какой он шрифт. Шрифт. Так, это вообще-то общие настройки, пакет ресурсов, Minecraft Fronts. Ну, ах, так, вроде бы, не знаю, слышал, не слышали. Ну, он чуть-чуть такой кривой, но немного лучше, чем тот, что у меня был. Так, алхимическая хрень, короче. Так, дальше, суп из редстоуна. Нам надо цветок мандрагоры. А, вот и начинается. Так, а у нас есть где-нибудь он в заданиях? О! Суп из редстоуна есть. Масло неизбежности есть. Так. Брейв сафринг. Это подождите, чтобы до него добраться, нам надо вот так вот идти. Ага. Я так понимаю, что мне его сейчас получить не удастся, да? Суп из редстоуна. Это есть капля удачи. А, так ее еще и сварить надо. Для этого мутандинг эстримис, мандрагора, слеза богини. Слеза богини есть. Ага. Так, что там капля удачи? Нам надо капля удачи. Где она? Купоросовое масло, выдох дыма. А вот что тут ее нету? А, вот она. Так, абсолютное зло еще надо. Блин, не выкрутись. Так, нам надо абсолютное зло. Это алмазное испарение, гаст.
Ага, сколько нам его надо? 6. Рецепт. Так, алмазное испарение. Так, алмазное испарение. 6. И слеза Гаста. Блин, нет, придется идти по, как полагается, по книжке, а не так, как я хочу. Так, Гаста слеза есть. 6 штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Надеюсь, тут стопроцентное получение. Так, что я тут получал? А, я тут этот цемент получал. Так, получайся, штука, получайся. Получайте вы лучше своих получа. Так, вонючий дым, купоросное масло получили, да? Ага, я, наверное, знаю, что я могу сделать. Так, это пока нафиг, плиз нафиг и нафиг. Так, я где-то все это оставил, но где это я оставил, я не помню. Так, а вот оно. Это, энта, энта, энта. То есть хочу сделать такой вот кирка. Камень силы еще не зарядю. Не зарядю. Не зарядю, не зарядю. Так, значит, блин, ну не торопись, у тебя еще все впереди. То есть то, что я хотел, я не сделаю. Так, один есть абсолютное зло, и нам надо ждать 5 абсолютных зел. Так, это мы делаем. Так, ритуальный чалк, рецепт. Слеза богини, слеза богини, осколок призмарина, гипс и известь. Гипс, я, по-моему, в этой получаю. Так, гипс. Хоть какой-то у меня мелок есть. Так, у меня есть известь. И у меня тут все занято. Работай. Так, это, короче, пока не отработает, оно не успокоится. Да? То есть это я сделать тоже не могу. Ладно, вот это. Рецепт. 3 рамки. Это я вроде могу по себе позволить. Так, рамки. Рамки. 3. Раз, два, три. Не туды. Так, ткацкий станок. Камень силы, палка. Да, блин. Камень силы, палка. 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 Вот он. Тканевый станок, да. И тут у нас где-то должна быть алхимический вот этот вот штук. Дальше вопрос времени. Так. Ну, мне это по качеству не нужно, поэтому я могу на спокойно на. Тек. Куда я там положил? Сюда. Ну, давай ты тут. И 3. Раз, два, три. Так, смотрим, правильно ли все выложил. Рецепт. Ага, хорошо. Тут все правильно. Так, идем смотреть аспекты. Чувак, там... еще вот автоматизировал себе вот эти вот штуки. Короче, у меня тут кремень идет автоматически. Наконец-то это случилось. Так, аспекты. 600 пени. Ну, там чего-то. Что-то неправильно произнести. Так. Валату 128. Валатуса 128 есть. Так. Лухуарь. Ну, в общем, какая-то хрень перекручена. Есть. Рецепт шестеренки и магия. Шестеренки есть, магия есть. Все есть, давайте делаем. Хотя бы что-то делаем, а то... Так, пошла, работай. Какое у тебя там мощность-то? Сильное. Ну, по идее, ничего случиться не должно. Сильное я уже делал. Так, что у тебя? 5. Последняя. За абсолютное зло. Так, это забираем. Получаем награду за абсолютное, только не в этой книжке. Так, абсолютное зло. Мы получить. Ну, корпус механический, это хорошо. Так, дроп оф лак.
Капля удачи, это... А, его делать надо, рецепт. Угу. И потом для редстон суп мне надо одна только, да? Так, тут у меня, по-моему, все есть. Я не очень уверен, что тут то, что мне надо. Нет, тут вода, это хорошо. Так, три. Ну чё, делаем этот самый удачу, и как она там, там все равно пока придет. Так, drop of luck, так, рецепт, мандрагоры, нарост, слеза богини, это и мутандис экстримис. А вот мутандис экстримис у меня, наверное, нет, да? А мутандис и вот это надо кинуть. Ясно. Мутандис я уже понадел. И вот этот адский нарост я уже понадел. Значит, так. Кидаем адский нарост. Кидаем мутандис. И ну, давай, давай. Энергия у тебя есть. Не надо. Не... Вот, спасибо. Алтар парни... Парни себе нормально работает. Так. Так, ты разогревайся. Идем проследим, как там процесс идет. Процесс идет. Контора пишет. Так, значит, так. Что я хотел? А то мне сказать, что я хотел. Я хотел вот эту вот хрень получить. Мутандис есть. Абсолютное зло есть. Мутандис. Абсолютное зло. Так, это мы сюда, это сюда, это сюда, это сюда, это сюда. Мутандис, абсолютное зло. Лучше по порядку ставить. Так, где? Где эта баночка? Так, а, нет, слеза богини. Слеза богини. Потом я расставлю, надеюсь, не забуду. Так, это мы можем скинуть пока что. Потом, по-моему, вот этот нужен. Так, и мандрагора. Цветок мандрагоры. Так, мандрагоры. 38. Иди сюда, мандрагора. Так, одно оставляем, остальные сюда. Так, дальше. Пум. Мандрагора, это. Так, мандрагора. Это... это и вот это. Так, вроде бы все правильно поставил. Мандрагора, адский нарост, баночка. И так, мандрагора, адский нарост, баночка. Так, все правильно. Ну, молимся и кидаем. Так, ну, судя по частицам, я сейчас что-то получу. Надеюсь, не по... Так, ну и сколько? Вот он. Капля удачи на даче. Так, где моя книжка? Получаем, естественно, получить награду. И дальше у нас редстоун суп. Суп из редстоуна. Так, у нас это готова штука. Вот еще одна хорошая вещь. Пряжу. Будем пряжить. Пряжить. Допустим, тут стой. Что ты за штука такая? Крутящееся колесо. Так, у меня суп из редстона. Суп редстона один штука. Так, вот он. Значит, белоредстон, язык собаки. У меня, как вы знаете, память слабая, то поэтому... Редс... Нет, наверное, ред... Ред. Не, красный камень, что на русский. Красный. Красный камень. Собаки, язык. Так. Дальше. Собаки, язык. Мандрагоры, цветок, белладонна. Мандрагоры, цветок. Этот. Мышь,
Мыши, шерсть. Мандрагоры, мыши, шерсть и Белладонна, Белладонна. Белладонна. Это да не белуга, а Белладонна. Кстати, его можно забрать. Чуть-чуть, все равно не пригодятся. Так, Белладонна. Так. Ой, я не знаю, как этой хренью пользоваться. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так. Здесь правильно делаю. Ага. Что-то сделал, чё фиг его знает. Так, а его, чтобы получить, наверное, надо взять баночку, я так понимаю. Так, где моя эта хрень? Баночка. Не такая. Как он там, блин, называется? Рецепт, блин. Ай, что кладется баночки? Баночку мне, пожалуйста, баночку. Склянка, может, склянка. Дай, блин, стекло. Стекло. Так быстрее будет, а то я пока найду эту склянку, банку. Так, пузырек. Ну да, пузырек тоже неплохо. Так, и куда его? Ну ладно, я знаю, как называется. Пузырек. Вот он, пузырек. Так, и вроде бы надо сделать так. Во. Оно. Так, суп из редстоуна. Получить с основания магического там чего-то. Так, дальше что такое? Рецепт. Суп из редстоуна. Голова дракона. Так, ладно, мы тебя так смотрим. 12, 4, 14, 580. Так, и по-моему так, и так. Нет, не так. А как тебя наполнить? Ага. У тебя вниз, у тебя вверх. Чаша наполненная. Крутая штука. 17 тысяч. Вот. Ну чё, я думаю, на этот раз хватит уже с вас. Кстати, про голову. Из игрока голова дает, по-моему, 3x там чего-то. А как мне писали, черного иссушителя этого голова, она дает 2x. А простая вот там... этих криперов, там этих всяких скелетов, она 1x вообще дает. Вот, ну вроде бы из меня уже становится чуть получше этот самый, как его, ведьмак. Так что встретимся еще с серии. Осталось сделать вот, научиться этими кругами пользоваться. Я понимаю, тут золотой надо. Так, а где я положил... Блин, я начинаю тратить ваше время на свои раздумья, да, я так понимаю. Так, склянка. Ладно, склянки, чтобы постом не искать. Так, это Том Крафта, это штука для магического бура. Поскольку мы получим другую буру, я его далеко убирать не буду. Так, Фирилис Контрол и... Блин, а где книга с этими кругами? Портал, символология. Вот это что ли? Не, это страница о том создании воды. Ведьмалон, все мистические подростки. Хотя нет, это не та книга. Вот это что ли? Вечер Брейвинг. А, вот магия кругов. Мне надо 14-я страница. 14. Так, мне надо 7 и 11. И вот этот. Сила древней извести, сила алтаря 2000. Ну, у меня это хватает. Ну, наверное, все еще раз будем делать. Так, это что такое? Любые круги. А еще, постоянно рисовать надо, что ли? Рисуйте, используя. Сим ритуальный, потусторонний, адский. Третий адский, я так понимаю. Ритуальный, потусторонний, адский.
Ну, мастер так ритуальный, потусторонний, адский, золотой. Мне надо три мела. Три мела. Ладно, все, спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии, отдыхайте, пока лето, купайтесь, загорайте. Зимой вам это не выйдет, кроме в закрытых помещениях. А пока, как говорится, погода шепчет, пользуйтесь этим, не сидите дома. Я вот тоже вот забежал, сейчас побегу куда-нибудь там что-нибудь, покупаюсь и еще прочее. Вот. Ну, спасибо, пока, до свидания.